Всем привет, дорогие друзья, с вами Родригес, мы продолжаем играть в Assassin's Creed Syndicate. Я на очередной сейчас точке, на которой мы сейчас залезем и откроем еще один кусочек Лондона. В прошлой серии мы убивали, ловили гипнотизера. Это было не просто, курьезных моментов там было предостаточно. Я не знаю, что будет у нас сегодня. Тоже будет наверняка очень интересно. И вот у нас очередной замечательный райончик Лондона тоже становится доступен и открыт для нас. Красота неописуемая. Так, а где у нас... Так, как мне бы спрыгнуть, где у нас этот... А, вот сено. Все, вижу. А, вот как-то так даже можно было, да? Ага. Так, а где сундук золотой? Тут у нас сундучок золотой, я слышу, где-то он. Приятно звенит. Нет, не наверху. А, вот же. Ну-ка, взломаем. И чё в итоге-то? Ты открыл его? Почему ты не достал то, что ты хотел? Танжурский яд. Танжурский яд, ребят. Так, отлично. Хорошо. Так, теперь мы отправляемся вот на это задание, которое у нас называется «Лондонцы в ужасе». Рекомендуется уровень 5. Как раз для нас. У нас уже 6. Так. По-моему, начинается дождь. А вообще-то мне нужно было туда. Чё-то я не в другую сторону-то поехал-то, а? Давай-ка сюда, там осталось 100 метров. Мы сейчас быстренько доберемся. В общем-то, очень прикольно. Здесь Лондон живет и пахнет, и пышет. То есть вообще классно. Городишко прям как живой. Так. Давай, спускайся. Ну вот так. Молодец. Красавчик. А Джек Прыгун вернулся и снова наводит страх на жителей Лондона. Остановите его. Слава богу, вы здесь. В это сложно поверить, но Джек Прыгун вернулся. Надо что-то делать, пока не случилось страшное. Я думал, мы уже с этим разобрались. Тут не все так просто, как казалось. А что тут сложно? Давай рассказывай. Следуем за Диккенсоном. Не тронь меня, чудовище! Что такое? Эй, ты! Ну-ка прекрати! Ну, вот гад, а! А, гаденыш! Я призрак! Чудовище, ночной кошмар! Давай его ножом! Я хочу его ножом кинуть! Но, видимо, нельзя. Не касайтесь земли. Я демон, исполняющий волю дьявола на земле. Да ты что? Давно я прошу по улицам Лондона. Эй-эй-эй-эй. Никому не скрыться от моих когтей. Да, что-то ты прям не туда. Немножко не туда поехал. Я, ну ладно. Призрак, чудовище, ночной кошмар. Не касайтесь земли. Я бы уже, конечно, давно бы его убил.
Но здесь нужно его догнать. Ничего. Крепкий малый-то, а? Куда? Куда ты поехал? Мы ж прямо бежали. А? Я демон, исполняющий волю дьявола на земле. Так. Интересно, как он телепортируется. Я, конечно, в шоке от этого. Три ножа осталось, я не успел пополнить свой боезапас. Давно я брожу по улицам Лондона. Боезапас так, он... Не совсем удобно, конечно, крюком пользоваться, потому что ты бежишь вперед, нажимаешь вперед куда-то R, и, соответственно, по логике вещей нужно, чтобы он куда-то стрелял вперед, а он стрельнуть может совершенно в другую сторону. Чудовище, ночной кошмар! Давай, добегай. Перехватите Джека. Можно было, кстати, с крыши на крышу прыгать, но мы уже так побежим. Да чтоб тебе. Это что было еще раз? Дети, хоть руку подайте. Дядя, видите, упал. Стоят все. Не туда. Надо было прямо куда-нибудь. Вот, например, сюда. Нужно найти Ан Абрасом. Доставьте объект живым. Кого найти? Так, там, наверное, какое-то было еще побочное задание. Ему по барабану, я нож в него кинул, ему по барабану вообще. Я демон, исполняющий волю дьявола на земле. Никому не скрыться от моих когтей. Оружие смертных мне не помеха! Это все, что ты можешь! Мне не больно! Да на же тебе, гад! Да куда? Терминатор какой-то. Прыгуна не убить. Терминатор. Это что-то уже мистическое, друзья. Это что-то уже мистическое. Я в него садил три ножа, несколько пулей. Благодаря вам, репутация клуба привидений взлетела до небес. Мы стали островком здравого смысла в бескрайнем океане суеверий. Но одного настоящего духа мы все же встретили. А вы уверены? То-то и оно. Можно предположить, что духи, которых мы видим, всего лишь наши страхи, которые обретают плоть. Жаль, всегда хотел увидеть призрака. Или гоблина. Предлагаю тост за клуб и близнецов, что помогли ему, мисс Иви и мистера Джейкоба. За вас!
Ну что же, это было невероятно. Это было просто нереально. Так. У нас тут бутылка где-то стоит. Тысячу сто мы заработали, получили единицу опыта, единицу навыка. Что мы можем сделать с этим навыком? Так, у нас три. Нам еще одного единицы навыка не хватает, чтобы нам еще качнуть одно хорошее умение. Так, ну что ж, дорогие друзья, что у нас еще получается? Какие еще есть миссии? Это куда нам нужно двигаться? Есть какие-нибудь еще задания интересные? Странно, почему-то больше заданий нет. В общем-то, наверное, нужно просто будет открывать нам карту, и задания появятся. Так, ну что ж, я предлагаю сейчас заняться нам открытием точек обзора вот в этих вот картах. Мы сейчас быстренько пробежимся по ним. Может быть, у нас появится следующее задание. У нас здесь 4 точки, и, возможно, что-нибудь выполним, какие-нибудь задания. Поехали. Вот одна из точек. Какая-то огромная труба. Сейчас льет дождь и какой-то туман, поэтому вообще ничего не видно. Но атмосфера есть, конечно, в игре. Определенно. Открылись новые сундуки, новая точка для перемещения. Так, ну я тут по дороге собираю припасы, я не хочу их покупать. Мы соберем припасы вот таким образом. Так, вон там сундучок можно еще будет взять. Где-то здесь у нас сундук. Сундучочек. В общем-то, мы еще, я думаю, встретимся с Джеком Прыгуном, которого мы практически убили. Опа! Так, я думаю, нам нужно пригодится карета. Какая-нибудь каретка. Ну-ка. Ну-ка, давай я погоняю. Поехали. Так, вот еще одна очередная точка. Мы по пути насобирали немного сундуков. И это тоже какая-то, видимо, труба, да? Есть разные задания, но мы пока их, я не знаю, будем делать не будем. Открываем территорию в надежде, что у нас появятся здесь какие-то миссии, потому что сейчас вот основных каких-то миссий у нас нет, поэтому я не знаю даже, что делать, то есть мы проходим просто дополнительные вот эти вот побочные задания, которые у нас есть на карте, ну а сюжетных миссий пока не появляется. Странно. Это, конечно, странно. Так, ну ладно. У нас еще есть одна точка, даже еще две. И мы отправляемся именно туда. Так, вот еще одна точка. Здесь наша банда. Это хорошо. Какой-то завод, предприятие. Освободите детей здесь. Убейте бригадира. Подобное задание мы делали. Я бы с удовольствием, конечно, это еще раз сделаю. Но для начала мы, конечно же, открываем точку. Это что такое справа? Какие-то резервуары, что ли, с водой? Или что здесь такое? Так. И нам теперь сюда. Вот очередная точка. Сейчас мы добираемся. Здесь кругом идет стройка. Лондон строится. Развивается. Ух ты, шкатулочка. А, отлично. Отлично. Ключ еще один мы раздобыли.
и синхронизация. Прикольно просто пошастать по Лондону, посмотреть, как здесь вообще идет жизнь, каким чередом. Неспешным. Так, в итоге тогда что? Вот, о, господи, сколько у нас здесь всего. Сколько сундуков, сколько денег. Так, ребят, это все надо выполнить. Но по-прежнему я не вижу никаких заданий. Вот, кстати, ключ насчет вот этого хранилища. Нам нужно таких ключей, шкатулок как можно больше собирать. Так, вот наш поезд рядом, давайте сюда тогда переместимся, может быть, деньжат подымем, может, сейчас что-нибудь из оружия возьмем, из оружия неплохо было бы сейчас взять. Какой-нибудь клинок, трость, или, может, пистолет какой-то нам дадут, нам же у нас шестой уровень, наверняка сейчас что-то будет интересное. Забрать доход 9750. Ого. Не зря мы качались. Так, оружие. Оружие у нас здесь за 3 есть. Есть предмет, можно изготовить уровень 6. Этот что за предмет? Уровень 8, да? Для этого нужно... Так, вот, кстати, обалденный... Обалденная трость. Предмет нужно изготовить. И мы ее изготовили. Дальше что? А, вот здесь, да, нажать? Изготовить и использовать сразу же. Прекрасно. Так. Это хорошо. Так, а теперь что? Вот, например, этот момент, это для 7-го уровень. 7 кастет крутой. Уровень 9. Нет, это не надо. Так, кукри ассасин. Ассасина, так. Почему-то оглушение у меня идет меньше. Так, ну вот у нас 6-й. Вот здесь есть кукри Генри. Атака, смертность плюс 2, а оглушение минус 4. Я не понимаю, почему так. Так, странно. У всех тогда пишется. Ну ладно, самое лучшее вот кукри, это вот это. Поэтому мы будем сейчас использовать тогда. Так, а что еще мы можем сделать? Поменять цвет. Одеться во что-нибудь другое. Так, пояса померим, наверное. Что-то более полезное. Так, например, изготовить предмет 6-го уровня. Кроваво-красный пояс. Изготовить его и использовать. Прекрасно. Так. Наручи. Наручи, наручи. 9-й уровень. Эти у нас сейчас, в данный момент, а почему здесь? А, чертежей нет на них, да? Ладно. Так, огнестрельное оружие. Нам нужен-то уже вот такой ствол, кольт. Молния. Неплохо было бы из него пострелять. Продолжать выполнять сюжетные задания. Ну так они были бы, мы бы их выполняли. Так, и костюмы, естественно,
тоже наград за задание. Ух ты, можно изготовить. Его, кстати, можно сейчас уже изготовить. Одеяние барона Джордана увеличивает максимальное количество метательных ножей на 2, галлюциногенных дротиков на 2, дымовые бомбы на 2, электробомбы. А что можно изготовить? Виссон какой-то. Я не понимаю, что там. Еще нужно, наверное, пройти дальше. Еще миссии. Так, ну что же, в принципе, у нас еще куча, мне так кажется, нужно проходить вот эти вот задания, вот, которые вот как раз вот, освобождение детей, Баттерси Беллоус и так далее, вот эти вот, охота за головами, убежище банды. Кстати, убежище банды, интересно, что-то я что-то не припомню такое задание. Охота на тамплиеров, охота за головами, мы это делали. Это что за задание? Охота за головами, то же самое, то есть... Разные всякие, кстати, ограбление поезда, может быть. Ограбление поезда. Навряд ли мы успеем туда. Ну ладно. А давайте, ну попробуем на ограбление поезда. Если поезд сейчас не исчезнет... Давай, давай, выбегай скорее же, ну. Так. Давай-ка на ограбление поезда, может быть, успеем. метров до него. Он, наверное, пока стоит. А может, в нашу сторону двигается? Что, скорее всего... Нам повезет, если это так. 250 метров. Нет, он от нас уезжает. Вон он, вон он, вон он. Нам нужна карета срочно. Мы, может, опять на него не успеем. Всего лишь 200 метров. Да давай же ты едь быстрее. Тут какое-то еще у нас... Задание. Прыгай на карету. Вперед. Вот он, поезд. А, кто за нами тут прицепился? Так, вот, есть поезд. Мы будем сегодня грабить поезд. Прекрасно. Прекрасно, друзья. Выскакивай. Так. Забирайся скорее, 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 прыгай. Красавчик вообще. Красавчик просто. Тут можно несколькими способами поступить. Я могу отцепить вагоны. Да, могу просто отцепить вагоны и разделаться со всеми, кто здесь есть. Так, бабло. Во, 550, нормально. Внимание, нарушитель! Не понял, ты-то где был-то, а? Тебя не было, слушай, товарищ. Или это кто? Мы ж как, вроде как посмотрели все. Я не знаю, как мы мимо него прошли. Я его, наверное, не заметил. А может, он не прогрузился. Что-то остановилось все. Еще одна шкатулочка. О, единица опыта есть. Да, ребят, надо качаться. Надо прокачаться. Надо подкачаться. Надо, надо, надо. Успешные атаки Джейкоба быстрее приводят врагов в предсмертное состояние. Подтвердить. Берсерк 2. Вы получаете новый уровень 7. Мне это нравится. Так, а что еще-то? Это все, что ли? Это весь поезд? Как-то он слабенько охранялся.
Слабовато. Я встречал поезда, которые охранялись и получше. В общем-то, не будем на это жаловаться, потому что, ну... И хорошо, что он, по сути, нам встретился. Ограбление поезда. Прошло 3000! Нам дали денег за это и опыта отвалили. Вот это да! Друзья, это супер! 3000 накидали. Помимо того, что мы и так забрали денег. А где у нас здесь золотой? Золотой сундучок, наверное, внизу, да? Сейчас не пойму, внизу золотой сундук или нет? Нет, он где-то там. Он где-то там. Неужели он просто стоит вот так вот? Мимо него ходят люди на вокзале. Челюстная... Короче, новый кастет нам дали. Прикольно. Прикольно. Так, люди, подождите. Тут еще где-то сундук лежит на вокзале. Надо действительно на вокзалах поаккуратнее смотреть. Может, такие сундуки с каким-то просто ничейные лежат. Такое, наверное, часто бывает на вокзалах. Так, там внизу река. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом серию нашу будем мы завершать. Мы сегодня гнали за Джеком Прыгуном, открывали новые точки обзора. В общем-то, и в конце концов-то мы нашли поезд и ограбили его. И получили несметные просто сокровища, друзья, несметные сокровища. И это дело очень прибыльное, поэтому если нам будет встречаться поезд, нужно обязательно его грабить. Ну, я буду с вами прощаться, не забывайте ставить пальцы вверх, подписывайтесь на YouTube канал, на Twitch канал, группу ВКонтакте. Я вам желаю хорошего настроения, дорогие друзья. До новых встреч, всем пока-пока.